Всем привет, друзья! С вами Муман. Ну что же, у нас тут остается буквально 30 секунд до того, как появится новый сезон. И с этим мы будем прощаться с сезоном. В прошлом сезоне у меня уже нечего собирать, все, год, ничего не сгорит. Вот эти ящики вроде перейдут сюда, в лето монстров, и появится третий сезон. Давайте, ребята, обязательно подписывайтесь на канал. И не забывайте подрубать код ММА, потому что вас ожидает очень крутой конкурс, и он будет сейчас. Сначала разберемся, посмотрим, что за бравлер. Я вам расскажу, обязательно досмотрите ролик до конца, чтобы не пропустить такой вот крутой шанс, потому что он будет очень большим. И вот он, новый сезон, Покостар. Так, давайте купим именно этот. Да, набор. Сразу на 10 этапов. Сразу набор значков доступен. Офигеть. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще сколько нам надо? Еще 10, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и 10. Полетела к нам калетка. Мы бы ее могли поискать и без этого, но, в принципе, давайте... Так, ящики. Давайте покачаем ее здесь. Калетка. Вот она, калетка. Давайте закидываем на нее поинтов. У нас еще где-то поинты были. Вот еще. Лови еще пятихату. Сколько тебе еще надо? 200. Лови, 200. Давайте сразу, блин, как же теперь с Бравл Пассом легко все это делать, я просто в шоке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И надо еще чуть-чуть, 210 поинтов надо. Давайте посмотрим, есть ли у нас в прошлом сезоне. Что-то было. Вот, 50. Еще есть? Еще 50. А что так мало? А, это же бесплатный путь, все понятно. Еще 10. И все, в принципе, это все. Теперь давайте маленькие ящики. Блин, большой ящик открыл. Так. Прокачиваем ее. Где она? Вот она здесь. 1250. И теперь нам надо открыть бокс. Давайте поищем старочку, поищем гаджет. И после этого, начиная играть, я вам расскажу, что же я для вас подготовил. Стоп, это какой сезон? Это лето с монстром. Все, я испугался. И чё, ты вообще ничего не хочешь давать? Ладно, хотя бы голдушку добьем. Отличная идея, сейчас приглашают что-то там, когда я занят. В принципе, они этого не знают, но понятное дело, что если я тут сижу, то вряд ли для того, чтобы... сижу и ищу тиммейта, да, с кем бы поиграть. Типа, а чё за фигня? Падать что-нибудь будешь? Смотрите, вообще не хочет. Такое ощущение, как будто у меня... Ну, кстати, гемайские чуть... Да, Старка, офигеть. Старка это круче, чем гаджет, потому что гаджет, в принципе, даже нафиг не нужен. Он работает хуже, чем обычная атака. А вот Старка имбище. Отбрасывать это жесткая тема. Давайте затестим ее. Сейчас, я думаю, тут, хотя не, Калету не так легко получить. Без Бравл Пасса, без доната. Поэтому, я думаю, вряд ли тут прям 500 калет будет, как это бывает с обычными персонажами. Гаджет нам нафиг не нужен, потом его найдем. Давайте попробуем. А как его убивать? Как его убивать? Как его убивать? Вы видели это? Ладно, давайте пойду баночку соберу, попробую от баночки двигаться.
Ульта, конечно, далеко летает, но как мне рикошета убить? Я по нему попадаю каждую тычку. Раз. Ну, не каждую. Ну, неплохая ульта, чтобы ящики ломать. Ну, как убить этого типа? Я в шоке. Как его убить? Как его убить? Ой, неужели мы это сделали? Блин, может это делается чисто за счет ульты, походу. У меня такое ощущение, что это именно так работает. Мы убили рикошета, вот это праздник. Это, кстати, рикошет был бот. И мы его наконец-таки убили. Давайте попробуем 3 на 3. Может быть, мы не поняли прикола именно в шиде. Может быть, это чисто скилловый персонаж, не шедешный. Давайте. Надеюсь, я сейчас тут также умирать со смеху не буду. Так, 1300, 800. 280, блин, 280. А это что такое было? А как я понял, функция будет чисто за счет ульты. То есть ты даешь тычки, просто накапливаешь быстро на ульту. И все, только ульта твоя надежда. По-другому вообще никак. Только вот так вот. Она, в принципе, ульту плохо, неплохо копит, но все же, блин. Это не вольт, который и ульту неплохо копит, а потом разматывает в одну калитку троих. Просто закидывая спамом. Зависло, что ли? Да, почему-то я завис. Вот сейчас два танка. Начало, смотрите, начало неплохое. Ты даешь пару тычек, и дамаг хороший заходит. 2400, дальше 900. Ну, короче, каждого разума вот слабее становится ровно наполовину. Хотя в целом... В целом, далеко стреляет, ульту быстро копит, но все же, блин. Нужен тот, кто будет помогать вам стилить, иначе вот вы розу по 300 будете бить, и она вас люто накидает. Да, фуловых танков поначалу она, конечно, люто разматывает. Хотя, в принципе, с ультой тоже залететь. Короче, там, по-моему, фокус чистая надежда. Стилить нужно будет ультой. Ты хороший дамаг выдаешь поначалу, все, потом на ульте полетел. А гаджет ее вообще бесполезный. Он наносит дамаг. А, хотя я понял, для чего он нужен. Он нужен, чтобы вот как раз таки коцанных добивать. То есть ты сначала коцаешь за счет их процентов хп, а потом, когда они уже на лоу, ты начинаешь им слабый дамаг давать. Ты это делаешь за счет своего гаджета. То есть ты гаджет подрубаешь и стилишь. Но опять же, это работает только в том нюансе, что у тебя три тычки и как бы три гаджета, все. А я понял, разгадал ваш план. Теперь, ребята, давайте же расскажу, что надо для того, чтобы получить Brawl Pass, потому что вне зависимости от того, что здесь будет Scarlet, как она хороша и так далее, в любом случае ее усилят. И такой Brawl Pass стоит получить. Я подумал, что вы часто грустите, что не вы победили. Поэтому всем, конечно, я подарить Brawl Pass не могу. Но я принял решение, что разыграю таких 25 штук. И это будет очень такой большой бюджет для этого. Но единственный нюанс, что для того, чтобы нам это сделать, нам нужно будет немного канала собрать. Но это не какие-то там... Что они со мной делают? Просто зажали, разорвали. Это не какие-то левые каналы. Это мои родные три канала. Это вот единственное условие будет подписаться на эти три канала. Ну и все как бы. Но единственное, чтобы поучаствовать здесь, нужно будет еще и код подрубить, и лайк поставить, и комментарий написать. То есть это уже нужно для самого розыгрыша. А вот для того, чтобы стать участником этого розыгрыша, вам нужно будет подписаться на три канала. Мой основной MMA Brawl Stars, потом MMA Live и MMA Play. Всего лишь три канала. Потом напишите прямо сейчас какой-нибудь хороший комментарий, который...
придаст вам небольшую удачу для того, чтобы поучаствовать здесь. Ну и, конечно же, вы, ребята, закиньте лайк и подрубайте код ММА. Вот и все. То есть, все довольно-таки просто. Давайте откроем пинцы. На Ворона, Сэнди и Мистер Пи. Окей, это не те, которые мне нужны, но в целом мы все равно к ним идем. Скоро накопим всю коллекцию, потом добьем еще путь. Вот здесь тоже набор пинцев есть. Так что, ребята, если хотите поучаствовать в этом конкурсе за Бравл Пасс, то обязательно выполните все условия. Не забудьте открыть подписки, чтобы я проверил эти три канала. Потому что часто попадаются люди, которых бот выбирает, но они скрыли свои подписки. И мы не можем проверить, был он до нас, до нашей проверки подписан или нет. Как-то вот так. Так что с вами был ММА. Всем удачи, ребята, и всем пока.